Voyager вошел в чат. Вот городские ворота в некий город Лалитпур. Возможно, это город Патан. Короче говоря, трудно понять, что это. Но вот такие вот ворота. Стражников нет. Ага, вон Сиддхартха банк. И Сиддхартха ответил спокойно: Андрей, никакого аккаунта нет. Мамошница. Так, сколько в этом городе стоит маму? Баф 140, чикет 150, веч 120. Ну, 145. Говяжий. Такой день. Там Heaven Home. Городок. Шли что-то около часа от района Тамиль. Очень атмосферное место. Thank you.
Когда-то вода, потому что здесь трубы торчат, вон даже гуси вдалеке. И такая площадь. Очень красиво. Слушай, ну это красивее, чем в Томиле. Давай, давай. Дверь с таким вот орнаментом. Когда-то была вода, вон они гуси, гуси в ожидании воды. Thank you.
Какое интересное хвойное дерево, даже не знаю, что это. Очень красиво. Нет, прекрасное местечко. По-моему, это город Патан или район Патан, можно так сказать. Я просто про него слышал. Пусть это Батанкар. Ну вот, тишина буддийского храма. Очень красиво здесь, очень благостно. Здесь обычные часы современные. Давай туда, там он еще есть.
главное пиццы. Или я ошибаюсь? Может, ошибаюсь. Hello. Вот перья павлина продают. How much яблок? Apple? Apple. How much? 1 kilo 300. The body price. Hello. Hi, good morning. Беспощадная непальская маршрутка. Ну, такого прям даже в Индии я не видел. Трехколесная. Тут на реставрации. Очень красивый архитектурный ансамбль. Ничего себе, а там даже ресторан. Здесь гигантский колокол. Царь колокол. Вот такой он красавец Катманду. Thank you.
Так, ну тут просто нескончаемая какая-то красота бесконечная. Здесь народу больше, чем в Тамире. Так, а почему он оранжевый? Вовсю реставрация идет. Тут было большое землетрясение, я думаю, много что повреждено. Здесь даже Баскин Робинс есть. Так, здесь тоже просят деньги за билеты, за посещение.
Так, а тут круп, крупнанду. А тут, соответственно, жизнь. Всюду жизнь. Нет, кто-то живет в таком старинном месте. Вот с такой вот лесенкой. Давай туда, там он еще есть. Перья павлина продают. How much яблок? Apple? Apple. How much? 1 kilo 300. Непали прайс. Hello.
Так, ну на сегодня давайте прощаться. Жду вас на следующее видео. В общем, мы были в районе Потан. Ну, можно сказать, это отдельный город. А можно сказать, просто район Катманду. Называется Потан. Здесь количество древностей выше, чем на Томеле и на площади Дурбар вместе взятых. Все, всем пока, удачи!